Привет, друзья! Близятся новогодние праздники и, возможно, уже чувствуется предновогодняя суета. В этом видео я затрону очень актуальную тему на сегодня, а именно, как выбрать оригинальный подарок на Новый год нумизмату или человеку, интересующимся монетами. Я расскажу, какой подарок я сделал себе. А партнер этого видео – аукцион Виолити, на котором вы найдете огромное количество монет Украины и других антикварных вещей, которые отлично подойдут для подарка. Ссылка на аукцион и YouTube-канал в описании к видео. Ну что, поехали, впереди три монеты. Я давно хотел купить себе серебряную монету Украины, но не знал какую, и только на этой неделе решился купить себе двухунцовую серебряную монету. Это Щедрик. Монета признана лучшей монетой 2016 года. Серия «Украинское наследие». Тираж всего 3000 штук. Это довольно небольшой тираж для двухунцовой монеты, обычно это 5-7 тысяч. А это значит, что монета инвестиционно привлекательна. Монета посвящена известному событию – столетию первого исполнения произведения «Щедрик». Тематика интересна как для украинцев, так и гостей нашей страны. Монету часто дарят как подарок, особенно в новогодний период. Она очень красивая. Уникальный дизайн, голограмма, присутствует цирконий. Я взял одну к себе в коллекцию и одну для подписчиков. Так что, кто захочет, обращайтесь, я могу отправить. Следующая монета – красивая унцовая монета с голограммой в виде креста. Признана лучшей монетой 2006 года. Входит в серию «Обрядовые праздники Украины». Праздник крещения очень популярен в народе крещением воды, в источниках и купанием в прорубях. Говорят, в этот день вода имеет особые целебные свойства. Поскольку тираж монеты большой, целых 10 тысяч штук, то цена вполне доступна и монета универсальна как подарок. Финальная монета этого видео – монета полунции серебра, связана с приближающимся 2019 годом, годом свиньи по восточному календарю. Эта монета интересна тем, что вторая монета из серии «Восточный календарь» с небольшим тиражом, для серии всего 15 тысяч штук. Полунцовые обычно выходят с тиражом 20-25 тысяч и поэтому пользуются спросом. Можно сказать, это монета нашего национального животного. Монета исполнена в необычном стиле, это лубочный стиль. Это уникальная серия, в таком стиле изображения монет я не встречал монет с других стран. Эта серия состоит из 12 монет, и это полностью выпущенная серия. Можно собирать монеты вот в такой вот бархатный футляр. У меня тоже есть несколько экземпляров монеты, кто хотел бы, пишите в Viber или в Telegram. Спасибо всем, кто посмотрел видео. Поделитесь этим видео с тем, от кого бы вы хотели получить монетные подарки. Или просто в социальной сети. А если вам прислали этот ролик, это значит, что человек, который вам его прислал, очень любит монеты. Подарите ему монету на Новый год. Друзья, напишите в комментариях, какую монету на Новый год хотели бы вы. Все обязательно сбудется. И до новых видео. Всем пока!